Всех приветствую. Блин, тихо, наверное, говорю, да? Что-то я посмотрел видос свой вчерашний. Ору там. Не знаю, почему ору. Не планировался мне поехать на коп. Вчера полазили с каналом «Прусский коп» по лесу. Вот сегодня друг Сергей позвонил, говорит, в лесу. Серебро долблю. Приезжай. Ну, вы же знаете, как это. Руки затряслись. Мотор заколотился. Думаю, ну, была не была, поеду. Не найду, так не найду. Найду. Ну, сейчас приеду к Сергею, посмотрим, что он там нашел. Ну, и прогуляемся с ним. Мы там в этом лесу гуляли, он там кольцо золотое царское находил. Ну, посмотрим, что сегодня будет. На пару часиков сгоняем, мне там сына надо забрать, там по делам заехать по пути. Как бы видео будет сегодня в таком формате. Попробую шортов напилить. Ну вот, и склею видосик. Как бы так. Ну и как всегда, если видео вышло, значит, находки были. Приятного просмотра. Я и в лес приехал. Сережкина машина стоит. Сережка где-то тут в лесу бродит. Сейчас как-нибудь припаркуюсь осторожненько. Пойдем побродим. Птички поют. Комарики летают. Как-то так. Не услышал. Что тут? Дед Сергей тут такие темы нашел. Вообще просто. Ой. Так, не буду все сразу показывать. Покажу вот так вот. Что-то коньяк написано. Когнак. Это коньяк написано, да? Ну, где фокус? Почему не фокусируется? Интересно. О, Cognac Monnet. Такая штучка. Ее еще раскрутить надо. Спиртометр, может, какой? Не знаю. Он раскручивается. Так, дальше у меня тут пара монитосиков, таких ничем не примечательных. Вот здесь мой сохран медных монет, самый ужасный, да? Ой, как кусаются, а! Дальше, в лесу он выцепил солидок. Но я не удивляюсь. Дальше еще круче. Полмарки. Ой, год 13-й. Ну и жир. Просто жир. Представляете? Мертвая голова. СС. Скорее всего, танкисты были. То есть вот так вот он без меня тут походил, сманил меня, приболтал приехать. И вот это, да, еще надергал. Пуговки, пояски. А что с палкой вместе? А, там что-то есть, да? Да. Пуля. Пуля, да, о. Ну так, антуражная вещь. Советские пуговки. Меди тоже рубанул. Мы вчера тоже рубанули. Ну, вот такой вот у него Сережа, молодец. Бонус. Еще пробежались мы тут. Где Сергей весь этот хабар нашел вкусный. Все, что я нашел, это вот так вот. Бронзовая шестерня и головка бронзовая. От снаряда. И всего. Остальное были только пробки. Бродим по лесу. У меня сигнальчик. Монетка. Да, один шиллинг. Блин, состояние вообще огонь. Угу. Смотри,
между окоп, блин. Между окоп, да. Серега, не Серега, если клад не найдет, да? Че там, хомик или нет? Не понятно. Шаволится? Шевелится. Шевелится чуток. Мне кажется, это трак. Танковый трак. Трос. Угу. А к чему он привязан? К танку, наверное. К танку? А, это с горки он спустился. И застрял. Действительно, в лесу надо копать каждый сигнал. Какая-то интересная пломба попалась. Таких еще не видел. Дома отмою, посмотрю. Немного нежданная находка, но находка. Наперсток. Давно мне не попадались. Кстати, в этом лесу я серебряное находил. Наперсток. Вот он. Ну, в принципе, целый. Немножко его придавило чем-то. Ну, целенький. У меня уже большая коллекция наперстков. Вот, Сергей откопал тут. Чудо-юдо. Вот такая вот граната. Еще даже краска зеленая имеется. Че, готов? Я ее вниз спускаю. Что? Вниз спускаю, готов? Просто кидай. Готов? За кольцо дернешь? Не надо. Упокойся с миром. Сгниешь в ручье. Вон она. Вот она еще одна, да? Тоже целая? Салют. В натуре вторая. Блин, ничего по цене не могли положить, да? Нет больше? Лопата, наверное, мешает. Еще? Нет. Другое? Патрон стоит гильза, наверное. Патрон, да? Лежит более опасная штука. Здоровенный снаряд. Вот так вот идет он. Больше не буду копать. Снаряд большой. Угу. Здоровый, ужас. Ну вот как-то так. Попотели, конечно. Опять опасные находки. В этом лесу без них никак, я так понимаю. Ну, Серега сегодня дал жарика. Но он с катушкой большой 34-й ходит и говорит прям глубоко-глубоко. То есть не особо выцепить сигнал. Ну, вот побегали, сколько мы. Поскольку я, наверное, к 12 приехал, время уже почти 3. Ну, 3 часа побегали, нормально так пробежались. Так, калории сгонять. Поэтому выходной к концу подходит. Надо ехать дома дела поделать. Ну все, да, до следующих выходных. Скорее всего. Все равно пока копать негде. Вот такими вот набегами заезжаем в лес. Спасибо за просмотр.